притягиваем высшую силу. Вы этим не пользуетесь. Вы все время рассматриваете меня с обычной житейской точки зрения. Чего он там лопочет? У нас нет другой пока. Да, но так это, в этом-то и проблема. Вы не понимаете, что я говорю о том, чтобы привлечь высшую силу и с помощью нее исправлять общество, и государство, и мир. А сами мы, конечно, не сможем это сделать. И убедить никого не сможем, и показать правильный пример не сможем. Все это делается только с применением особой силы природы. Она объединяет всю вообще природу вместе, держит ее вместе, в одном законе общем, полного взаимодействия. Нам надо научиться правильно использовать эту силу. Она основная сила природы, но мы ей пользоваться не можем. Пройдите по ссылке, чтобы посмотреть полную версию и записаться на получение новостей о предстоящих вебинарах.